Приветствую вас. Я думаю, что с точки зрения психологии, от вам достаточно, ну, просто достаточно вам ответить. С точки зрения психологии все выходит так, что значит, мужчина, он вас не ценит. Это правда, он вас действительно не ценит. Потому что вы, по большому счету, не цените себя, вот. То есть вы себя, по большому счету, обесцениваете, вот, своим поведением, возможно, своим отношением к себе же, возможно. Вот, и как бы вот тонкость, она вся в этом, по большому счету. Вот. Так что, вот на мой взгляд, речь как раз таки и идет о том, как вы относитесь вот чисто к себе, как вы себя воспринимаете. Вот, потому что, на мой взгляд, вы себя крайне недооцениваете, на мой взгляд, вы себя обесцениваете, на мой взгляд, вы склонны себя обвинять, вот, на мой взгляд, вы не имеете своей такой глобальной цели в жизни. Да, я, конечно, могу ошибаться, я не претендую на истину, вот, сейчас, ну, мне так видится ситуация, вот, поэтому я и вам, ну, собственно говоря, и постарался донести ее вот в таком ключе. Кроме того, не нужно забывать о том, что ваш мужчина старше вас на 21 год, это много, это правда много, и по сути в нем вы видите, вероятно, своего отца, то есть такие детско-родительские отношения получаются, не отношения взрослый-взрослый, вот, потому что, ну, людям с такой разницей в возрасте достаточно сложно выстраивать отношения взрослый-взрослый. И это уже чисто ваша особенность личностная того, что, ну, того, что вы вот так, по сути, ну, такого партнера выбрали себе, как бы, ну, да, в качестве мужчины. Вот, поэтому тут нужно также анализировать ваше восприятие мужчины. Будет, мне кажется, что отношения у вас большей частью созависимы. Вот, почему? Потому что вот то, что вы описываете, когда вы пишете, да, что сейчас ругаемся, ну, про ругаемся сейчас скажу. Вот, значит, ну вот как бы это созависимые отношения, ну, пока что вы описываете. Также мне совсем понятно, что между вами общего, то есть вот, что вас связывает, собственно говоря, друг с другом. Вот. Почему вы вместе вообще?
А вот, что между вами общего, что вас объединяет, ну, мне кажется, что этот момент тоже нужно преследовать, потому что он достаточно важен, именно для понимания сути вашей проблемы. Вот. И я полагаю, что где-то там, собственно, и кроется ответ, да, и дело здесь не в том, почему мужчина так поступает, а дело здесь в том, как вы создали такие отношения, вот, потому что, когда вы с мужчиной ругаетесь, вы тоже вкладываете некую толику своей ответственности в то, что между вами происходит ссора. А психологическая игра «Скандал», которая между вами ведется, когда вы ссоритесь, связана, как правило, именно с тем, что люди не могут признаться себе в том, что у них есть какие-то чувства, что у них есть какие-то желания, что у них есть какие-то эмоции, что у них есть какие-то слабости и так далее. Вот здесь очень важно сказать, что вашему мужчине, да, ему особенно сложно в силу своего возраста признать какие-то свои слабости, ему проще вот с вами ругаться и так далее. И когда он говорит, что, типа, ты должна там сидеть с ребенком, допустим, ну, как вот он вам это говорит, то здесь проявляется его желание, такое вот желание вас как-то, не знаю, принизить, обесценить. Вот. И это неспроста такое желание, я бы сказал. Куда это желание связано, такое поведение, оно связано именно с тем, что мужчина просто боится женщину, вот, и, ну, вы же понимаете, что не просто так у него 42 года, да, не было детей. Вот, если вы сошлись только потому, что хотели родить ему ребенка, или если вы сошлись только потому, что вы родили, и помимо этого между вами больше нет ничего, то отношения, конечно, не жизнеспособны с точки зрения того, что насколько счастливы, к примеру, вы будете дальше. Вот, так что я очень сожалею, но вот ситуация выглядит таким образом пока что. Вот. И вам в некотором смысле здесь очень важно как раз таки вот поисследовать этот аспект того, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, вот. Как и почему вы строите отношения с мужчинами, для чего в 21 год вы родили человеку ребенка,
Вот, зачем вы это сделали, это тоже, на мой взгляд, важный момент, потому что, ну, вы молоды, вот, и куда вам, собственно говоря, ну, куда вам спешить было, да, ну, как бы, почему вы спешили? Вот, вы ведь именно спешили, вы торопились, на мой взгляд, вот, потому что 20-й год вам учиться нужно, становиться специалистом как в своей области, вот, и так далее. А получается, что... Но получается, что ничего такого не было в принципе. И вот мне кажется, что на это еще стоит обратить ваше внимание. Вот. Что вы хотели получить, условно говоря, от этого союза, который вы заключили с мужчиной. А вот, мне кажется, это очень важная история, очень такой важный момент, чтобы, ну, как-то вот его проанализировать, выделить, выявить, вот. И, соответственно, уже после этого можно будет вам что-то так, ну, более подробно ответить. После этого уже можно вам, ну, как бы уже что-то рекомендовать. Вот. А, на мой взгляд, по крайней мере, вот такая история, так я могу вам ответить с точки зрения психологии. Я надеюсь, что для вас это было как минимум полезным, вам это было как минимум не безинтересно. Вот, постарайтесь прислушаться к тому, что я сказал, вот, что-то для себя выявить, и обязательно обратитесь за помощью, если не уверены в собственных силах. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду рад, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.